И это Mona Beat Production. А я опять так беру и читаю для наших. Мы, если что, в этом рэпе свободно опашим. Не ошарашим, я за бочками не гоняюсь. И я на гранах, поверь, братуха, не меняюсь. Ты, может быть, поверь, не хочешь что-то гонять. А я, допустим, Библию в мозгах решил закатать. Хочу я сердце свое Богу посвятить. Как ни крути, я буду к этому всегда идти. И мне не важно, что люди за моей спиной говорят. Ты видишь, там развалины. И такая жизнь у тебя. Думаешь, я вру? Да нет, я правду читаю. И если шу, то я на Бога только уповаю. Не доверяю больше кулакам, да. Не доверяю больше я братве, да. И больше ты своих друзей. Они быстрее предадут тебя, ты поверь. Я лишь на сам во всем этом, да, пропитался. Спасибо Господу Иисусу Христу, что человеком остался. Читаю рэп на ходу и чистый фристайл. Спасибо Богу, что Он мне в хип-хопе путь предоставил. Свободное призвание в режиме полета. Именно так буду проявлять эту заботу. Познание Христа для меня превыше всего. Я отказался от алкоголя, наркотиков и всего того, что меня вроде так по жизни кайфовать тянуло. Я отказался от того, куда тебя же затянуло. Да ты так проверь в этом речитативе, куда ты идешь, какой ты сейчас в квартире. Куда ты идешь, какой ты сейчас в квартире.